Всем привет, Костал. Здесь мы с вами продолжаем проходить Shadow Warrior 3. Я уже на самом деле забыл, что было в предыдущей серии. Каково у нас задание, хотя я помню только то, что у нас была курица. То, что у нас были новые враги. У одного из которых вот такой крутой меч, которым я могу развязать всех врагов. Самое главное, самому туда не упасть, и все. Ну-ка. Хорош. Но это было бессмысленно делать, но это было круто. Так, это замораживалка. Давай возьмем пофигу. Что у меня больно быстро восстановилась, сила. А, вот, все, вспомнил. Просто где-то примерно неделю не проходил эту игру, поэтому многое забыл. Вообще хотел пройти сначала этот, Serious Sam, но потом что-то решил, что пока что Serious Sam подождет. Меня пока это устраивает игра. Нормально, короче, отлетело. Так, я забыл. На Е. На Е-бой. Сейчас все работает на Е-бой. Отлично. Неплохо. Так, у этого, короче, летает, я знаю. Глаз летает. То есть эта способность особо мне не помогает. Потому что она обычно. Потому что она больших врагов не очень убивает. ППС что-то слегка проседает, ну да ладно. Отлично. Готов. Где еще? Все. Отлично. Все отлично. Идем дальше. Добираемся по Драконьей горе. И ищем ту курицу, которая была в предыдущей серии. Мы уже близко. Откуда ты знаешь? Нюхни. О, да, мы уж точно близко. Действительно пахнет гнездом. Вот, я об этом говорю, там была курица в предыдущей серии. Поэтому мы и близко. Опять шняга с проседанием звука. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Как будто бы у нас аудиокнига. Так, битва с боссом. И яйца а-ля чужие. Ксеноморфы. Тут надо быть предельно осторожным. Ninja style. Tiger style. А вот и курица. Не шевелись. Теперь надо всего лишь тщательно продумать, как. Ну и сколько я должен так стоять? Сколько потребуется? Держу пари, что это монстр с лазером смерти, так что держи осанку. Ой, судорога, судорога, судорога. А вот и курица. У которой, кстати, тоже есть маска. Петушарик. Ну
И главное, свои яйца убила. Теперь придется выбить яйцо из этой твари. Ты вообще на фермах бывал? Это не так работает. Здесь, к сожалению, это так будет работать. Let's do this. Давай, иди сюда, петушарик. Древний петух. Я говорю петушарик. А как его? Куда в него стрелять-то? Ну ладно, пока буду отстреливаться так, как есть. Так, возьми что-нибудь помощнее. Так. Вообще, возможно, я слабое место его вижу, но это не слабое место, видимо. Почему-то в этом уверен. А как? А, может, надо подпрыгнуть в этот момент, когда он прыгает? Maybe, кстати, может, надо подпрыгнуть. В смысле, все, что ли? Да ладно. Что-то мне не нравится все это. I got a bad feeling, да. А реально? В прошлый раз ты сказал то же самое, и ты видел, что было. А, реально? Ну что, реально сдох, ну-ка. Контрольный выстрел. Ты же не сдох. А я знал. Ладно, поехали. Так это нас сразу с двумя надо сражаться, это ж охренеешь тут. У него вообще хп снимается, когда я убиваю эту его часть тела? Кажется, да. А чё у меня в ОХП, в смысле? Охренеть. А, еще и все сначала проходить. Я понял. Это еще и все с самого начала надо проходить, ни хрена. Мы хотя бы знаем тактику его. Его очень хорошо рубят вот эти вот. А если я подпрыгну в момент прыжка, мне интересно узнать, сработает, нет? Все, отлично. Так, одна стадия готова. Теперь давай во вторую стадию. Вторая стадия. Все, вставай. На приюшку пойдешь, кстати. Ну-ка, подожди. О, идеально, на приюшку. Вставай, давай. Так у меня тут нет даже этого. Как его называется? У меня даже нету... Чуть так перезарядиться или типа того. Блин, это херово. Так, ладно, давай доставай вот этот вот, который с пилками. Попробуем его так замочить. Давай. Я прыгну! Чё ты врёшь? Я прыгну! Не то. И не это. Вот это можно. Ни хрена он бьет, слушай. Да это охренеть. Это вообще реально пройти. Ой, так это вообще жесткий босс, слушай, охренеть. Все, короче, боссы, которые были предыдущими, это просто-напросто были какие-то мини-боссы. Этот вообще жесткий какой-то. Но мы хотя бы узнали его тактику. Правда, когда их двое, это очень сложно пройти. Да блин, я забываю, что это прыжок.
Блин, чё я встал-то? Все отлично. Все отлично. Патроны. Есть, есть. Здоровье пока оставляем. Это все равно рано или поздно пройдет. А на него можно что-нибудь скинуть, интересно узнать? Нет, на него скинуть ничего нельзя. Короче, босс какой-то очень жесткий. А все, знаете почему? Потому что я могу на него забраться, серьезно. А я вообще могу его как-нибудь убить, когда он находится вот в таком вот состоянии. Состоянии нестояния. Да не ту пушку ты берешь. Понимаете, в чем дело? Я не могу обращать внимание и туда, и сюда. Не могу. Это не та пушка. Я хотел гранатомет взять. Спасибо. Я говорю, это очень жесткий босс. Это очень жесткий босс. Проще просто бегать вокруг него и все. Блин, я нормально пушку взял. Все, почти готов. Ебой! Куда он улетел? А этот что стоит? Нихрена! Воу! Так, и чё? Хватай яйцо! Так а куда бежать? Хватай яйцо, главное. Перед тем, как хватать яйцо, надо сначала понять, куда бежать. А! Вижу! Ой, это охренеть! Это охренеть! Это вау нахрен! Хорош! Яйцо! Все все, яйца больше не ем. Нам нужно это яйцо! Но со второй частью тела будет сражаться проще, чем с первой. Чё, прям в полете? О, круто. Давай, 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 давай. Погнали. Блин! No! Все, отлично. А я что делаю? Возьму арбалет. Ой, не арбалет, а этот, револьвер. Давай, 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 давай. Мы не умрем так. Мы еще до финала не дошли, чтобы умереть вот так. Тем более же мне. А, выше прыгать нельзя, серьезно? Я понял. Короче, я понял, выше прыгать нельзя. Короче, умереть можно и вот так. Просто от простого прыжка. Так, а я что делаю? Короче, так опять как в предыдущей серии, когда такая же херня была. Все нормально, нет? Нормально, яйцо просто подождало, пока я там это. Да, выше прыгать нельзя было.
Надо было просто не прыгать выше. Надо было просто не прыгать выше. Да ладно. Все. Своим дополнительным весом сломали доски и вместе с яйцом упали. А, окей, на маленьком плоту. Ты уверен, что с этим яйцом все в порядке? В сотый раз говорю, да, я уже 3 раза проверил. Этот гигантский петух нас чуть не ушатал. Второй раз по величине в моей жизни. Не знал, что ты яшкаешься с петухами. Странно. Ладно, мы не можем неделями ждать, пока из яйца что-то вылупится. Пойдем по реке до горячих источников, ускорим процесс. Обещаем, что больше никаких водопадов. Я тебе Нострадамус, что ли? Я не могу этого обещать. Это дикая страна, малыш. А теперь греби, давай. А, еще и защищать надо. Я понял. Это никакой магии, пантик. Просто старый добрый инкубатор. Ну-ка, говорит, что именно там зародилась жизнь, в теплом, вонючем мире. Значит, никаких ритуалов, танцев с голой жопой и дебильных этих... Да. Вижу, короче, эти бочки, которые можно будет взрывать. А, понял. Сашими. Звучит как поездка в Вегас. Именно, красавчик. Да, у меня ценный груз. Ценный, но не каспийский. О, прикольно. Но, в принципе, здесь можно и с пистолетом все это дело пройти. Да у меня жизнь есть. Все, разрушу. Не волнуйся. Не это самое, не переживай, не бухти. Не бухти. Вижу. А, ну ладно. Нет, тут мы не пройдем. Нужно что-то придумать. Я думал, врежется и остановится. Оказывается, нет. Ладно, я понял, короче. Почему бы, собственно говоря, и не повторить наш процесс? Не, ну... Я думал, что сейчас он просто остановится, и мне нужно будет эту преграду как-то убрать. А нет, оказывается, нужно быстро слезать оттуда. И еще вовремя успеть сесть на плот. Потому что вода здесь явно тоже убивает. А че я уезжаю-то, господи? Ну да. Прицела в игре ни одной, но он не нужен. Но он и не нужен. Вон они придурочные. Отлично. А ну-ка, увернись-ка. Еще там. Готов. Так, и вот тут. А, нет. Вот. А кристаллы не исчезают! А кристаллы не исчезли, почему? What the fuck, а почему у меня кристаллы не исчезли? Кристаллы должны были мозг должен был разрушить кристаллы, они не исчезли. Опять что ли я слишком рано начал? Что-то у игры какая-то очень странная происходит схема. Выше прыгать нельзя. Лазить туда, где тебе не положено, тоже нельзя. Нельзя стрелять раньше времени, нельзя стрелять поздно времени. Короче, у Shadow Warrior 3 какие-то странные очень условности. Главное, в прошлый раз я, когда уничтожил мост, все было в порядке. А сейчас не в порядке. Сейчас их что-то не устраивает. Какая странная игра. Она очень странная.
честно слово скажу. Ну-ка, может, реально надо было немного попозже это все сделать. Давай, вот смотри. А ну-ка. Да, это не надо было делать раньше. Игра меня почему-то берет и ограничивает. Нельзя делать раньше, нельзя делать позже. Все, вот здесь, значит, высаживаемся. Давайте. Поехали. Сейчас вернемся. А, я понял. То есть плот может в какой-то момент подождать. Ладно, допустим. Я вас понял. Не ту пушку я взял. Все? Да. Где мой плодик? Да, блин. Да. Действительно, где ему еще быть? Так, кроликов не трогаем. Да ладно, Сейн, мать их. Let's do this. Ой, опять эти, блин, ненавижу. Они меня бесят, я ненавижу их. Отлично, подожди. Нормально, поразительно, испытание завершил. You spin me around. Он, короче, это. Инвентарь, главное, появился короткий. Короче, какое-то испытание выполняю, и он поет какую-то определенную песню, скорее всего. Или нет, это не так работает. Наверное, это не так работает. Где сверло-то? Вот. Блин, надо, короче, этот, замораживалку надо. Вот он. Мне нужно срочно замораживатель. Давай. Замораживатель мне нужен срочно. Так, поехали, где он? Где сверло-то это? Я его прям слышу, но я его не вижу. Вот он. Так, успел. Все, зарезал. Нормас! Блин, тихо-тихо-тихо. Так, теперь надо принимать за... А эти тоже самоуничтожают? Нет. Где он? Стой, ебанутый. О, намаз. Где он? Все, отлично, готов. О, это жесткий. Это самый жесткий с катаной. Так, все, этот кусок говна готов. Так, этот отражает пули. А он что, как рядовой враг, что ли? Блин, фига так я его вообще убиваю, если он как рядовой враг. Нет, не рядовой. Он здесь не рядовой. Гранатомет его не отражает, хорошо. Все, отлично. Все, надеюсь. Все, вернемся к яйцу, да. Ууу, жестко. Жестко очень. Да нафиг здоровье мне есть. Нафиг мне это здоровье все равно есть. Отлично, очко улучшений. Поехали. Так, а мне нужно 2 очка. Потому что все, сейчас уже все. Я вот испытание одно завершил. И у меня есть на 2 награды, смотри. 1 очко улучшений и вот это. Ну, короче говоря, когда я выполняю какое-то... Смотри-ка еще, тут может эти испытания, они нам дают, смотри, какие награды. Хорош. Не только он пропевает одну известную песню. В одной из частей это было Sugar Gang Hill. В этой сегодняшней серии это Dead or Alive. You Spin Me Round. И, воу. Так, а сейчас можем что-нибудь улучшить. Давайте улучшим вот эту пушку.
Пронзающий взгляд снаряда поражает сразу нескольких противников по прямой линии. Хорош. На F. Так, а этот? А у этого 2 у нас есть. Усиление здоровья, давай. До 125 единиц. Хорош. И особая способность Вана, позволяющая ему постепенно восстанавливать здоровье. Это очень классно. Я хотел вообще-то другое меню вызвать. И я его вызвал. И все отлично. Поехали дальше. Яйцо. Нет! Сука. Ну-ка, попробуем тогда вот так. Раз, два. Не понял. Подожди. Раз, два. Нет. Короче, здесь не так работает. Я нажал на пробел. То есть, короче говоря, когда ты нажимаешь на Shift, ты тратишь прыжок. Поэтому надо делать было, как я сделал. Вот так. Там водопад, по-моему, был, нет? Там был водоворот, мне показалось. Нет, не было, наверное. Наверное, не было. Так, где? Чтобы не слишком рано. Давай. И зачем это было нужно делать? Насрать на яйцо, чувак. Тихо. Давай. Этих можно просто зарезать, насрать. Так. Блин, а почему нельзя было просто на них там сверху атаковать? Не получается мне сверху атаковать. Ладно, можно их просто, наверное, проигнорировать. Вон оно. Без этого яйца нам никак не победить того дракона. Идиот. Да, тупые идиоты, такие тупые идиоты. Что тупым идиотом быть интереснее. Да, блин, замолчи. Сейчас поймаем это яйцо, не кипишуй. Блин, убить врагов. Подожди! Сейчас, короче, поразим их всех лазером, быстренько все это сделаем. В самый центр кинем, и лазер должен всех... Подожди. Господи, что-то я тупить начинаю. Ой, блин! Блин, не сработало! Или где лазер-то? А, лазер вообще оказался в другом месте, я понял. Короче, лазер оказался в другом месте. План сработал наполовину. Да, блин, а! Не могу так убить его, господи, тихо. Сука. Блин, у меня не хватает здоровья. Мне здоровья не хватает. Мать их, мне здоровья не хватает. Щит. Почему так мало здоровья дают, ё-моё? Так, ладно, все отлично, спокойно. Не кипиши. Развернись, мразь. Блин, он не разворачивается, а ты так... О, хрен, пришел. Найс. You like an angel, мать их. Тихо. Ё-моё. Готов. Есть. Блин, не попал. Попал. Намаз. Режь. Готов. Еще один. Готов. Так, там еще один остался с лазером. Гармошки еще. Готов. Нормально, он еще и по стенам лазить умеет. Не убил его. Так, ладно, срать на этих.
Все, по-моему. Да, все. Это был последний. Так, давай. Так, перечись на пушку. Вдруг нам придется просто прыгать. Так, вижу яйцо. Очко улучшений. Забирай. Нам нужно будет еще одно, чтобы можно было кратить что-нибудь остальное. Так, кроликов не трогаем. Кролей мы не трогаем. Я понимаю, это достижение там какое-то отдельно, но мне насрать на достижение. В жопу имел достижение. Да блин, я хотел бочку взорвать в полете. Ладно, насрать. Подожди, что это? Не понял. А, это надо выстрелить. Подожди. Ой, мама! Тихо. Блин, нет, не получилось. Подожди, 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 подожди. Блин, еще нельзя еще раз включить. Нельзя включить, ну-ка. Все, окей. Получилось. С другими получилось. Ой-ой-ой, у меня мало здоровья. У меня мало здоровья. Где мало, где здоровье? Здоровье. Блин, они со мной бегут. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Где они? Найс. Блин, не получилось его загнать в ловушку. Так, подожди, возьми гаусс-пушку. Гаусс-пушку бери. Так, подожди. Нормально, короче, он не попал. Сейчас, если наберем достаточно энергии, можно будет с него взять этот молот. Ух, мама. Так, тихо, 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 тихо. А, подожди, 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 подожди. Где он? Бери. Хорош, у меня будет сейчас меч. У меня сейчас у него будет меч. Сейчас будем всех резать в капусту. Поехали. Готов. Поехали. Отлично. Блин, вот этого. Готов. Блин, не получилось. Так, подожди. Ой, блин. Сам упал. Я так и знал сейчас, что так будет. Ну да ладно, смотри. А чё они-то не падают? Куски говна, блин. Да блин. Во. Сейчас получше. Вот сейчас было получше. Подожди. Возьми. Если они не хотят делать так, будем делать вот так. И смотри. Да ладно. Сука, тихо. Вот, хоть кого-то загнал. Иди сюда. Где они? Трипл килл. Хорош. Совершил трипл килл. Найс. Он не хочет идти вниз, этот кусток говна. Тихо. Подожди, 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 подожди. Где, 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 где? Здоровье где? Здоровье где? Здоровье где? О, здоровье. Подожди. Бери. Забери, 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 забери. Забери. Тихо. Стоит. Ладно, не важно. Главное, что он просто стоит, это хорошо. Так, а где этот? Ладно, нету его. Его почему-то нету.
Тихо. Ухокошит меня сейчас, ухокошит. Вау. Так, убил вроде. Нет, не убил. Вот этого мечника я его не убил. Все, убил. Спасибо. Красиво. Все, поехали дальше. Не попал? Никто не попал. Мечник! Мечник! Мать их. Мечник! Тихо! Мечник, тихо. Никто не падает в тушнягу. В тушнягу никто не падает. И джины не умирают. Блин, я бы все садил, им похер. Кабум, кабум, кабум. Отлично, твоих. Спасибо. Так, подожди. Блин, мечника нет, да? Я его убил. Подубил. Так, нет, этого не трогаем. Этого не трогаем, он один. Там осталось всего парочка врагов, поэтому можно в следующий раз как-нибудь потратить. Отлично. И сюда. Все? Все. Нормально. Поехали. Дела? Оу-оу-оу. Реанимейшн селебрейшн нахрен. Сладкое яичко, как я по тебе соскучился. Это точно. Блин, сейчас будут летающие враги появляться. Сколько было? Просто чекай, чувак. Вон. Чекай. Нет? Ну ладно. Это выглядит чудно. Положи яйцо туда. Остальное сделает время и температура. Это ванны, в которых, да, обычно купаются эти. Ой, ну хоть зацензурили на то, спасибо. Ой. Кто-то рождается. Оу. Переродился. Он же ведь таким был в первой части. Чтоб тебя. Сработало. Только он тебе опять злой, да? Так, только поаккуратнее с головой. Я делаю растяжку. Ну, как себя чувствуешь? Отлично. Божественно. Не то чтобы я ценил твои старания, но это... Неважно. Хм, еще улыбается. Бро. Бро. Бро forever. Уже пришли? В тысячный раз повторяю. Почти. Я просто к тому, что мое ожидание уже выросло до уровня, который невозможно... Ого. Ну и у кого теперь большое финишное глушило? Это просто... Господи. В смысле... Да ну нафиг. А что это вообще? Ну это... Пушка Ци. Она поможет нам сбить эту вонючую рептилию с неба. Тебя такое ждет, братишка. Просто сделай, как я. Ну и делай, как я. Ох, весело.
Ну, виды тут вообще красивые, ребят. Вот, честное слово. Я как будто как в каком-то Bulletstorm'е себя ощутил. Черт. Очень круто. Мне все это очень нравится. Короли. Пончик уничтожения драконов. Следует с этими трубами, или как мы говорим, профи, сифонами, нужно их включить. Все, одно я включил уже. Да. То есть, например, я. Так, а что, не надо будет защищать? Так, походу мы дракона разбудили, или типа того. Сейчас узнаем. Поехали. Воу, тихо. Но управление этой глючной приблуды полный отстой. Только для людей и их крошечных мозгов. Очевидно, ты не осознаешь масштабов нашей миссии. Не в этом дело, Ходжи. Просто я сперва стреляю, а потом задаю вопросы. А всякие там головоломки, ребусы. Не мое, короче. Да и я не верю, что ты сам этой хрени в восторге. Просто тебе нравится. Да, блестят классно. Так, это надо стрелять. Поэтому лучше здесь играть с пушкой. Лучше здесь играть с пушкой. С пушкой, которая пистолет. Класс. Так, оленей трогаем. Мы уже троих убили, хватит. Больше мы трогать их не будем. Так, ну-ка, давай посмотрим, что они делают. Так, они режут. Хорошо. Поехали. Сразу же, блин, надо было это сделать! Надо было это сделать сразу, а я это сделал не сразу. Ну, не знаю. Блин, не отразил. Эту шнягу я не отразил, тихо. Подожди, где моя? Не та пушка, ну ладно. Подожди. Кого-то таки разрезал. Тихо. Тихо. Эти мечники, они жесткие ребята. Подожди, возьми. Возьми. Кинем в него. Вот этот леденящий душу глаз, это просто вещь. Я понял. Подожди, смотри. Что какие-то улетели. Улетели. Или шайки летают. Да, шайки летают. Да, шайки летают. Это скорее улетают сами шайки. Где еще? Все, остались последние. Отлично. Что у вас за мутки такие с драконом? Что он тебе такого сделал? Он сравнял горы с землей, осушил океан и творил всякую дичь в царстве теней. Дракон, хаос во плоти, чтобы спасти мир, нам пришлось его поймать.
Почему только поймать? Почему не взорвать все к чертям собачьим? Потому что драконы хранят энергию невероятную. Так, секунду. Один только у меня. А здесь тоже один. Истории новые появились. Вот. Сюрикеномет. Пусковая установка Рой. Лезвие шляпника. А здесь что? Здесь я ничего не вижу. Здесь... горячие источники, в которых мы были. Персонажи. Но это вот те, которые у нас в качестве врагов. У нас их осталось всего трое. А дракон уже, кстати говоря, был. А здесь что? Я себе что-то улучшить могу? А, я улучшить могу, смотри. Блин. А я не видел. Словно гигантские магические батарейки. Мы поймали его и использовали его силу, чтобы стать сильнее самим. И таким образом, ну что там дальше было написано, я не прочитал. Поехали. Поскочим. Ой, блин, вот зря, конечно, сейчас, наверное, взял. Ну ладно, ничего страшного. Так, бойня еще одна. I guess. Подожди. Вот. Поехали. Блин, не успел. Твою мать, ладно. Короче, когда появляется вот это вот красный череп, это значит все, уже враг убит. А сейчас кто? А, еще один сверло. Еще одно сверло. А сейчас он где? Так, подожди, нет, не так ушка. Вот он. Зазря трачу только эти патроны, нафига. Ой, круто. Да блин, а, чьи же убил. Сейчас как он появится, мы его заморозим. Вот он. Появись. Появись. Спасибо. Так, гармошка. Гармошка. Сраная могучая гармошка. Просто стреляю в разные стороны, неплохо. Зарабатываю просто на испытание. Все? Все. Походу, это все. Идем. Так, и что после того, как в Царстве Теней воцарилась наша родная... Что там? Мои братья меня поимели. Они намеренно разделили силу дракона, и им было плевать на то, что я хочу и в чем нуждаюсь. Так, здесь опять кнопка. Всегда была главной силой борьба за власть. Боги — это гребаные нарциссы, которые готовы на все ради первенства. В общем, они так и создали мир. И, конечно, предлагали им свои идеи, на которые они, впрочем, забили. Понимаете, что? Это можно и озвучивать. Они жаждали абсолютного контроля. В их мире не было свободы. Там все подчинялось им. Неудивительно, что в итоге этот мир хорошенько так хрякнул им тупые лица, которых я буду называть так, как я хочу их называть. In your faces. Так, все, вторая пушка активирована.
А их вообще, кстати, сколько этих пушек? 3 или 4? 3. А вот и дракоша. Должен предупредить тебя, Лоуан. Дракон отправляется в вашу сторону. Не стоит недооценивать мощь этого существа. Он уже пожал всех твоих родственников. Ой, какой мне сразу силу тут дали, смотри, чё. Еще немного, и можно взять у него меч. Подзаработать еще немного можно и взять у него меч. Или все, и тут только двое. Блин, ну тут только двое. Вот этих тупорей, их только двое. Здесь нет прихвостней. А есть. Но я хочу вот, да, сразу взять у него меч. И тем самым поразить второго. И потом, скорее всего, после этого второго появится кто-то еще. Поехали. Блин, зачем? Блин, ну ладно. Вообще, я хотел его просто это, насадить. Не получилось. Насадить не получилось, ладно. Нормально так вблизи его показали. Этих стариков Хаттабычей. Давай. Блин, а гранатометы? Гранатометы почему? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Блин! Ой-ой-ой, тихо! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-о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 й
Этого следовало ожидать. Сразу хочу сюда. Готов. Так, подожди, давай. Ладно, насрать. Еще раз взять меч будет не помешать. Давай. Теперь поехали на вот этих. Готов. Подожди, еще один. Все, есть. Дальше. Да блин, я опять проваливаюсь, тихо. Тихо, я опять проваливаюсь. Я опять эту сраную проваливаюсь. Че они там смеются, как эти? Как в Бравл Старс, там тоже точно так смеялся, сейчас слышу. Там кто-то смеется, как в Бравл Старс, ей-богу. Блин, вообще насрать на то, что я в него стреляю, и он отражается. Так, ладно. Да, короче, отражатели не работают. Но вот этих отражателей не работают, давай. Блин, сейчас были бы нужны эти замораживающие, это было вообще хорошо. Ебой. Не, ладно, там уже один остался. Одного-то я и сам смогу. О. Нормально. Нормально. Ой, куда? Нормально лицо, почему бы нет? А чего ты хотел, Ходзи? Того же, что и сейчас. Жить по своим правилам. Не по правилам моих братьев или Зилы.
Уж точно не по правилам, ты огромный чешуйчатый гниды. Я бы снова стал богом, если бы была такая возможность, это абсолютно свобода. Но для этого нам пришлось бы не убивать дракона, а поймать его и питаться его силой. А мы так делать не будем. Почему? А почему? Мы не можем себе этого по... А чё такой FPS здесь вообще жесткий? У меня что-то FPS стал жестким, капец. Просто спустившись вниз. Охренеть, что там жесткий FPS был? Вот в этом месте, короче, там вообще жестко лагает. Охренеть было. Так, ладно. О, нихрена. Классно. Ой, опять здесь жестко лагает. Да перестань! Подлагивает жестко вообще, капец, в некоторых местах. Не стоит замечать. О-о-о! Блин! Ну блин! Ну саново бич, ну ладно. Так, новый враг. Мумия какая-то. Мумия с печкой. И резаком. Обору Гурума. Ну-ка, я хочу узнать, что он делает. Когда я его могу... Это... Сами знаете, что делать. Давай. Я далеко от него. Так, это что такое? Не понял. Ну-ка. Черная дыра. Ничего себе, это как в этом, как в... Как в The Darkness 2. Но это даже не черная дыра, это просто этот, наверное. Да, это просто, короче, притягивает врагов, и все. Почему-то мне кажется, что это просто притягивает врагов, и не более. А че у меня так жестко лагать эта игра стала? Да, лагает стал, лагает. Реш, намаз. Ну, потому что Бэтмен, потому что Джокер, Тим Джоук. Ну. Вылазь. Ты где? Вот. Да, блин, я что-то их вообще не успеваю убивать. Я их убивать не успеваю. Я не успеваю их убивать. Они очень быстро потом прячутся. А сейчас где они? Вот. Все, одного пришвартовал. Отлично. Так, пришвартовываем второго. Второй готов. Где? И третий готов. Нет, не готов. Новый появился. Чего? Новый появился. Появился новый. Расковыряло толку мало. Короче, надо было ледяного сохранять. Зря ледяного не сохранил. А вот, смотри. Ой, блин. Не на ту клавишу нажал. Где он? Давай. Хорош. Отлично. Воу-в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 оу. Тихо. Тихо. Опять взрывает, который все вокруг.
Наконец-то. Дига. Ух, мать их. Блин, где здоровье? Щит. Щит. Спокойно. Да блин, да залазь! Все, найс. Хорош. Так, вот этого надо взрывалки ему брать. Меня бесит. Все, нет, найс. Хорошо. Ебой. Все? Все. Жестко очень. Выберет ли мир тебя своим королем, когда узнает, как ты спас всех с помощью машины для убийства драконов? Как бы не то я хотел. Думаю, тебе подойдет статус его третьего количества и высочества всего человечества и существ больших и малых. Ответил я на твой вопрос? Да, я уже забыл про что спрашивал. Бывает, чувак. Я и сам, по-моему, так живу. Что вроде задаю какой-то вопрос интересненький, а потом я забываю, о чем спросил. Потому что вроде бы и за меня ответили неплохо. И за это огромное спасибо. Да, я понимаю, вы со своими братьями не особо ладили. Но между вами должна была быть какая-то что-то там это. Да хрен там, они послали меня, как только выкачали силу из дракона. Они решили оценить мой вклад в победу и сказали, что я продемонстрировал неподобающее богу поведение. Да, я шучу, когда нервничаю. Так, третий ретранслятор. Знакомый, братишка, опусти одну штуку по сторону Томокото, и тебе все хана. Неумелый, непочтительный и непригодный к совместной работе. Реально, что за кучка новых дебилов? Да, пошли они нахер. И поглубже. Пусть там и сидят. Чувак, если поглубже, в то самое место, которое было сейчас только что описано, то это наоборот только в кайф. Откуда я это знаю? Я это знаю. О, улучшение. Так, что у нас там по улучшениям? Так, есть два улучшения, хорош. Давай посмотрим, что можно сделать. Сокращает время восстановления взрыва ЦИ. Ну давай. Раз мы все равно все улучшаем, тогда пускай будет так. Сейчас активируем ретранслятор, пока на этом закончим сегодня. Что-то трясется все там, капец. Как будто сейчас после того, как я активирую... А их всего два, что ли? Серьезно? Да, серьезно, их всего два. Их, по-моему, было три, насколько я знаю. Нет, два. Их всего два. Последний кристалл. Чувствуешь энергию? Она просто зашкаливается. Вот он, дракоша. Тебе надо лишь перенаправить ее в силу с главной машины кукушки. Просто не помри. Все будет нормас. Ну, легче сказать, чем сделать. Ох. В следующей серии вновь будет жара, ребят. И на этот раз жара будет с... Камикадзе из Serious Sam. Но пока на этом давайте мы сегодня с вами закончим. В следующей серии что-то да будет. Потому что я не могу уйти по сюжету вперед паровоза. Поэтому вот. На этом все.